Приветствую вас, друзья, на нашем влоге «Алло, Ташкент». Сегодня мы с вами прогуляемся по спутнику в Сергелийском районе. Покажу вам до боли знакомые вам родные места. Также отвечу на комментарии из-под наших видеообзоров, где вы просите показать те или иные ваши родные места и как они выглядят. Хотели бы увидеть. Так что видеообзор будет насыщенный. Усаживаемся поудобнее. Ставим лайк под видео. Подписываемся, кто не подписан. Делимся с видео с родными, знакомыми, кто на данном массиве раньше проживал, чтобы они тоже увидели данное видео. Ну а мы начинаем. Погнали, друзья. Сейчас нахожусь, где бывший магазин «Гармония». Вон там впереди бывший магазин. Четырехэтажки. Ну а там вот вдалеке АТС 58. Вот так вот сейчас выглядит АТС 58. Вот это серое здание. Сделан капитальный ремонт в 58 АТС, так что выглядит порядочно. И первая просьба от нашего подписчика, который бы хотел увидеть свои родные места, а именно в спутнике за 58 АТС, хотел бы увидеть, вот она, 58 АТС, который хотел увидеть за АТС общежитие. Вот данное общежитие от Аэрофлота. Сейчас мы туда прогуляемся, посмотрим, как она выглядит на данный момент. Сейчас загуляем, дойдем внутрь, посмотрим. Что изменилось, пишите в комментарии. Может, кто-то еще жил. Это здание общежития. Это задняя сторона самого дома. Ну а здесь уже четырехэтажки такие идут. Сейчас общежития нету, все квартиры выкупили, собственники стали. Вот такой вид прилегающей территории самой общаги. Thank you.
Ну, вид сдалека. Да, хотел сказать, аэродрома, взлетной полосы уже нету здесь. Ее снесли и построили торговый комплекс «Индекс». Сейчас я вам издалека покажу. Как-нибудь отдельный ролик я на эту тему сделаю. Заходить туда не буду. Вот такой вот торговый индекс, торговый комплекс сделали за место аэродрома в спутнике, который находился. Это перекресток сейчас стал здесь. В ту сторону озера, парк. Пойдемте дальше, прогуляемся. И девятиэтажка у бывшего, где магазин «Гармония» стояла. А это бывший магазин «Гармония». Перекресточек возле озера и «Гармонии» бывшей. Сейчас я вам покажу с другой стороны, где находился раньше аэродром, спутники. Это я иду сейчас, где с правой части у меня будет где озеро, парк, а с левой части у нас раньше находился аэродром. Сейчас я вам с этого ракурса покажу, как выглядит данный торговый центр. Как-нибудь отдельно видеообзор запишу про этот торговый центр. Ну, он полупустой еще. Не раскочегарился, так сказать. Ну вот, с правой части у нас торговый комплекс. Раньше там был аэродром. Вертолеты, кукурузники, кто помнит. Ну, а сейчас там полностью аэродром перешел в частные руки, и они уже там понастроили магазинов. А озеро тоже как-нибудь запишу видос. В данный момент оно, территория закрыта, парк тоже не работает. Но хочу сказать сразу, пол парка аттракционы, а часть с озером закрыта для общего пользования. Тоже парк перешел в частные руки. Так что вот такие делишки. Сейчас мы с вами прогуляемся до в сторону 9-го квартала, где вечерняя школа. Посмотрим, что там обстоят, какие у нас дела. Помните, там был магазин напротив вечерней школы и где со стороны 33-й школы. Вот именно этот Т-образный перекресток, где поворачивал 19-й троллейбус. Посмотрим, как она там изменилась. Ну вот, как я вам и говорил, весь аэродром выкупили и засеяли двухэтажными павильонами. Дошел до конца
забора самого парка озера. Здесь вот такой вот здоровый перекресток у нас образовался. Раньше такого не было. С левой стороны у нас бывший аэродром. Дорогу туда внутрь пустили. Целый мини-город построили. А если свернуть направо, то мы упремся в 12-й автопарк. Прямо уйдем. Я думаю, вы поняли, где я нахожусь. Раньше здесь, вот именно на этом месте, через дорогу, постоянно мойщики были, машины мыли, кто помнит. Ну, это так было в моем детстве. Не знаю, как у вас там обстояли дела. Пишите в комментарии. А туда дорога у нас идет на Старый Сергели. Ну, двигаемся по плану к 9-му кварталу. С правой части у нас раньше были поля, сейчас все в частные руки отдают. Какие-то предприятия строят. Ну, короче, землю выкупают. Ну, а с правой стороны у нас также наш парк, закрытый шлакоблочным забором высоким. Печально все-таки, что парк все-таки пропал. Раньше очень много народу отдыхало, купалось. Я не понимаю, зачем это нужно было. Так. Двигаемся направо, в сторону вечерней школы со стороны озера. Вот. С правой части у нас детсадик. Кто был здесь в детсадике, пишите. Как вам садик? Ну, с правой стороны у нас также все. Парк. Сейчас дойдем до вечерней школы со стороны входа в озеро еще одно было. Покажу, как он выглядит там печально. Самой вечерней школы, конечно, уже нету. Сломали. Тоже так же в частные руки все отдали. Там бараки, стадион все снесли. Ничего нет. Ну, сейчас вы сами все увидите. Ну, а это вот у нас второй центральный вход. Парк был раньше, при мне там решетчатые ворота стояли, до этого, может, вообще ворот не было. Это ворота со стороны вечерней школы. Вечерней школы уже нет, ее полностью снесли, построили вот какое-то тоже учреждение. Правда, вон там угловой дом еще до конца не разнесли. Сейчас я вам тоже это покажу. Там остался кусок барака. Ну, вот что-то здесь мебель на заказ теперь. Двухэтажное здание. Вот памятник, помните, монумент какой-то стоял здесь. Он также и остался. Плита эта. Даже, по-моему, здесь где-то был отрезвитель. Стоял. Вот он, последний барак. Сейчас мы свернем налево. И упремся 33-ю школу, которая тоже так же не существует. Вот он, барак последний. Ну а справа с частью у нас уже коттеджный район.
какой это квартал, 10-й, 11-й, наверное. Дальше за бараком, если кто помнит, там был стадион, футбольное поле. К сожалению, его также выкупили и построили. Что-то построили, короче. Барак закончился, вот здесь стадион, все закрыто. И сейчас мы упремся. В конце дороги был магазин какой-то, да, кто помнит, какой магазин там был. Сейчас этого магазина уже нет. Собака злая какая-то, неравнодушная. Но чё, друзья, пишите в комментарии, что за магазин был на Т-образном перекрестке, где поворачивал 19-й троллейбус со стороны пожарного училища. Вот еще остатки барака, но он уже фасад сделан, тоже вечерняя школа, да? Был стадион, и по краям стадиона были бараки. Ну вот, друзья, за место раньше здесь стояли два маленьких магазинчика. Спорттовары или хозтовары, наподобие, не помню. Кто помнит, напишите. Сейчас стоят медицинский комплекс какой-то, ну и столовая. Файс. Очень хорошая столовая, сюда постоянно приходит очень много народа. В правую часть у нас будет магазин Фируза бывшая. Вон те желтые дома, это 9-й квартал. Ну а это бывшая вечерняя школа. Тоже отдали, все продали. В частные руки вручили. И они здесь уже занимаются непонятно чем. Здесь у нас с правой части дорога идет к пожарному училищу, бывшему кинотеатру Тинчлик. Шестой квартал. 9-й квартал. И наша вечерняя школа бывшая. Очень много чего изменилось, друзья. Сейчас, друзья, двигаемся на 6-й квартал. По просьбе также нашего подписчика, который хотел увидеть свой родной дом номер 31, да, и 33-й школы возле 6-го квартала уже не существует, ее снесли старый барак, также все отдали частным рукам. Сейчас двигаюсь вот здесь, 6-й квартал, 36-й дом. Свернем здесь в квартал, он здесь недалеко, прогуляемся по кварталу. Шестой квартал не так уж большой, да, по-моему, район. Thank you.
Свернем направо. Двигаемся в сторону второй школы. 31-й дом. Вот он и 31-й дом. Так, вокруг обойду, покажу двор. Это 31-й дом. Здесь раньше, наверное, была какая-то полянка, да? Сейчас здесь пустошь. Это одноэтажный домик. Наверное, сгорел в свое время. Вот ваш домик. Вот ваш двор. Сейчас обойду сзади, что смогу снять, то сниму. Благо листвы нету. Ну, вот этот ваша территория бывшая, где вы жили. Ну что, друзья, двигаемся дальше. Сейчас мы с вами прогуляемся на базарчик. Помните, на спутнике был базарчик небольшой, а может и большой в то время. Сейчас я нахожусь, где 9-й квартал. С правой стороны у меня 9-й квартал. С левой части у меня коттеджи, не знаю, 12-й, наверное, квартал. Двигаемся в сторону базарчика. Там тоже все печально, друзья. Нашел вот такие строения. Кто помнит, что здесь раньше было? Какие-то кружки, доса, да, наподобие, что-то такое. Старые постройки остались. Сейчас не знаю, что. Ну, раньше что здесь было? Кружки какие-то, да, по-моему? Это окраина уже 9-го квартала. И следом через дом, 57-й, вот дом стоит зелененький. Будет уже базарчик. А вот это что такое за постройки? Барак стоит. Тоже напишите в комментариях. Вот это 57-й дом. Следом через дорогу у нас базарчик будет. Thank you.
Вот он, угловой, это начало базарчика. В ту сторону будет 9-й квартал идти, пожарное училище. Ну, а это, по-моему, место раньше... На этом месте раньше была, наверное, аптека, да? На моей памяти здесь аптека была. Сейчас, конечно, здесь уже ничего нету. С левой стороны у нас коттеджи. Ну а с правой стороны у нас раньше был базар. Сейчас, конечно, здесь базара нет. Осталась одна только память о базаре. Тоже все продали частным рукам. Аквапласт какой-то, да? Вот барак какой-то стоит, до сих пор сохранился. Даже вывеска какая-то. Раньше тоже что-то в этом бараке было. С той стороны, по-моему, магазин был, да? Пищевой магазин. Да, задняя часть спутника вообще в плачевном состоянии. Это все барак. Барак, он разломанный стоит при входе в спутник. Это Антика, да? Здесь Антика была. Не Антика. Антика, да? Да. Башня от Дока Хлеб. Вот Дока Хлеб здесь остался на спутнике. Ну, вот такая вот разруха. Остановка 58-го, кто помнит, на этом месте. Ну и вот первый дом, это 62-й дом, 8-й квартал начинается. Вот первый дом, 68-й. Угловой дом, 62-й дом, 8-го квартала. В той части у нас находится Дока Хлеб. Он до сих пор живой. Дока Хлеб этот. Сейчас я вам покажу. Вот Дока Хлеб, заросший весь. С левой стороны у нас 8-й квартал. Справа сейчас у нас будет уже начинаться пожарное училище. Восьмой квартал. Ну и начало пожарной части. Бани уже здесь нет. Одно здание осталось от бани.
белое здание стоит. Это остатки от бани. Тоже военная часть прибрала к рукам. Восьмой квартал. Ну и остатки от бани. Входа нет. Осталось только здание. Построили забор, повесили колючку. И прощай, народ. Восьмой квартал. Дом 16. Итак, друзья, движемся к следующей локации. Это у нас будет локация Сергей Спутник 1, дом 32. Тоже по просьбе подписчиков покажу дом и двор. Вот он, 32 дом, за домом. Сейчас пройдем туда поближе ко двору, к подъезду. 32 дом, спутник 1. Ну что, друзья, не устали? Сегодня последняя локация, еще одна локация в нашем видео. Это спутник 3. Также по просьбе подписчика гуляем дальше. Итак, друзья, спутник 3. Двигаемся к 27 дому. Вот этот 25. Это дом 26. Ну и 27 дом. Ну а вот так выглядит территория возле дома.
Итак, друзья, наш видеообзор подошел к концу. Кому понравилось данное видео, ставим палец кверху. Подписываемся, кто не подписан на наш канал. Ну и делимся с друзьями, с теми друзьями, кто жил раньше здесь. Я думаю, тоже будет приятно посмотреть, вспомнить свое прошлое, потасковать, так сказать. Всем пока, друзья. Не прощаемся, до скорых встреч.